Магия Салом! В эфире проект «Суперлюди». Сегодня я расскажу вам о самой молодой победительнице 12 сезона телешоу «Америка ищет таланты». Родилась Дарси 12 октября 2004 года и выросла в Оклахоме в окружении любящих родителей и многочисленных родственников, которые поддерживали все ее начинания и верили в ее успех, несмотря ни на что. После такого головокружительного успеха билеты на ее сольное шоу раскупались в считанные минуты, и организаторам приходилось объявлять дополнительные даты концертов. Дарси Линн поистине является героем своего времени, вдохновляющим молодежь. Несмотря на все, Дарси осталась такой же милой девочкой, любимой дочерью своих родителей и нисколько не зазвездилась. В этом и был ее секрет победы в одном из главных проектов планеты для особенных людей. Ведь помимо своего удивительного таланта чревовещания, девочка покорила членов жюри своим характером, поведением и добротой. Будучи совсем юной, Дарси обожала петь, но боялась выступать перед аудиторией, так как обладала робким характером. И все-таки она смогла преодолеть свой страх, участвуя в международном конкурсе талантов для школьников. И знаете что? Она взяла там главный титул – «Мини-мисс». Там же она и познакомилась с обладательницей такого же титула среди подростков Ларисой Банакисти, которая уже была успешной чревовещательницей. Именно она вдохновила скромняшку Дарси попробовать себя на этом поприще. Благо, у нее хватило терпения и выдержки, и дисциплины, чтобы освоить столь сложное занятие. А вышеперечисленные качества у нее были благодаря гимнастике, которой она посвятила несколько лет своей жизни, занимаясь ей по 30 часов в неделю. В скором времени у юной мисс Линн появилась первая кукла, с которой она постигала первые азы чревовещания. И вскоре попала на прослушивание в очередное шоу талантов, которое дало ей и ее творчеству мощный толчок. Такой мощный, что никто и оглянуться не успел, как она оказалась на самом известном шоу талантов в Америке. Каждый выход на сцену заставляет ее чувствовать себя абсолютно другим человеком. Выступления помогли ей понять, кто она, чего хочет и чего может добиться своей жизни, а также раскрыть свой безграничный творческий потенциал. Она очень благодарна за свой успех и за то, чего она смогла достичь своему учителю и наставнику Гэри Оуэну и своему преподавателю по вокалу Тиане Плеймонс за все, что они сделали для нее. После своего первого телевизионного прослушивания в шоу «Америка ищет таланты» она получила благосклонность жюри, расположив их к себе, тем самым получив возможность пройти напрямую в четвертьфинал, минуя дальнейшие отборочные туры. Ее победное финальное выступление набрало более 40 миллионов просмотров на YouTube, что гораздо больше, чем у остальных финальных выступлений. Дарси признается, что очень переживала перед выходом на сцену в финале. Она боялась, что члены жюри встанут и уйдут посреди ее выступления. Но все опасения были напрасны, так как они были в восторге и отметили выступление девочки как одно из самых лучших за всю историю телешоу. И более 50 миллионов зрителей отдали ей безоговорочную победу. So, Petunia, are you nervous? Yeah, a little. You know, I feel better if we were singing with someone who's been in the finale before. Well, you know, I figured, so I invited my idol. Okay, well, you know, Winston brought Terry Fader, too. Thank you. It's so good to see you, Winston. Oh, hey, Petunia. I saw that Darcy's 80-year-old friend, Edna, is in love with Silent Cal. Yeah, she is. But, you know, I'm not so sure about it. You know, think about it. Age, thoughts, wrinkles, broken hips. I think you just described Silent's wedding night. Now, B, that was for you. You know, I'm really curious. Are you two competitive with each other?
Yeah, in sports, you know, in school, we are on track together and he always wins. Yeah, that's because you always stop halfway to take a nap. Get it? Tortoise in the hair, get it? Yeah, Winston, we get it. I'm the best at telling jokes, by the way, Petunia. Not as good as me. What makes you say that? Anything I can do, you... No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. Wow, Winston, you sound like the original. Hello, impersonating turtle. Any note you can reach, I can reach higher. I can sing any note higher than you. No, you can't. Yes, I can. 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 Well, I can say softer. I can say anything softer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Any note you can hold, I can hold longer. I can hold any note longer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I... No, you can't. Wow! I guess she can! Everybody's on their feet for you. Oh, it's time. America, here is your winner. Good luck to both of you. America has voted. The winner of the $1 million and the star of the headline show in Las Vegas is... После финала девочка в одночасье превратилась в звезду мирового масштаба. Впереди ее ждали приглашения на различные телешоу, многочисленные концерты в крупнейших городах Соединенных Штатов. Дарси Линн – несомненно талантливая, многообещающая творческая единица. Но было бы несправедливо говорить сегодня только лишь о ней. Ведь на каждом ее выступлении присутствуют куклы, которые помогают ей сделать ее перформанс ярче, веселее и интереснее. Well, guys, here we are in the finals of America's Got Talent. How are you feeling? I'm nervous. I hate dress rehearsal. Oscar? Yeah, this is live. What? Oscar! Oscar! Darcy, don't worry about him. But more importantly, do you think the camera's getting my good side? What? Oscar! Oscar! Yeah! Guys, get it together! We're about to perform in front of 16 million people! Terrific. And I have a fainted mouse and a bunny who thinks she's a diva. Say what? Yeah. All right, Oscar. Oh, guys. We need to figure out who's going to sing tonight. Obviously it should be me. I'm the reason we're all here. Excuse me? I'm the reason we're here. I got us to the semifinals. I'm the better singer. No, I'm the better guys. Okay, Oscar. Exactly which one of us got the golden buzzer? Petunia! Guys, you shouldn't fight. You need to work together, like some of the famous duos like Laurel and Hardy, Hall & Oates,
Simon and LB? Well, at least two out of those three are good examples. Sorry. You know what? Guys, I think everyone here is wanting us all to sing. So I was thinking that we could sing a song. It's by Paul McCartney and John Lennon. It's called With a Little Help from My Friends. Whoa. That's funny. A mouse and a bunny singing a song written by two Beatles? Well, great. So, guys, what part am I singing? Darcy, you just stand there with your mouth closed like you always do. Yeah, hit it. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? No! Lend me your ear and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get a little help from my friends. Yeah, I get a little help from my friends. Oh, I get a little help from my friends. Yeah, come on! Do you need anybody? Oh, I want somebody to love. Could it be anybody? Oh, I want somebody. Yeah, come on, Oscar. Oh, somebody. Somebody. Yeah, yeah, yeah. I give them the little help of my friends. All I need to do is get by. Что еще можно сказать о человеке, жизнь которого только началась, но уже насыщена различными событиями и интересными людьми? Вся планета наблюдает за становлением новой артистки мирового масштаба в прямом эфире, переживает за нее и радуется каждому ее достижению. Ведь она стала голосом молодого поколения, кумиром для миллионов, ее ровесников и их родителей. И показала, что упорным трудом, позитивным настроем и, конечно же, огромным талантом можно добиться любых вершин. Стоит только хорошенько захотеть и сделать первый шаг.